Девочки, лайфхак. Если вы хотите завести себе парня, да, но у вас этого не получается, то делайте за мной. Для этого нам нужен вот такой вот светильник. Ростом со мной, кстати. Для этого нам нужна цветная бумага. Ножницы, скотч и вот. И цветной, ой, простой карандаш. Если вы хотите, чтобы парень был похож на вас, то возьмите цвет бумаги такого же цвета, как и у вас глаза. Ну, если у вас зеленый, то берите зеленый цвет. Если у вас черный, то берите черный. А оранжевый цвет вообще существует. Так, ладно. Дальше, ну, у меня как голубые. Значит, я беру голубую бумагу. На обратной стороне рисуем глазки. И... А нет, надо на вот этой вот стороной. Что-то ошиблась. Так. Вот так вот у меня получилось. Дальше мы вырезаем их. Не, я думаю, вот так вот можно. И... Так. Короче, вырезала как смогла. Дальше мы берем... у меня есть красная бумага. Ну, так как у меня красной бумаги нет, возьмем оранжевую. Сейчас покажу, как нарисовать. Сейчас, блин, вообще... Ладно, вот так вот пойдет. Так, значит, мы сначала рисуем вот такую вот... такую вот линию. Короче, рисуем линию. А, блин, солнце мешает вроде, или вам хорошо. Короче, вот такая вот линия. Дальше мы сделали такую дольку апельсина. Или мандарина, вроде мандарина. И вот такую вот палочку. Дальше это надо все вырезать. Вот, вырезала. Так, дальше самое интересное. Кстати, вот, короче... А, кстати, еще брови надо нарисовать. Вот, вот здесь вот рисуем брови. Вот, короче, вот так. Дальше разукрашиваем зрачки. Вот, короче, я это сделала за секунду, кстати. Вот. Дальше мы берем скотч. Только надо на... А, вот конец вроде. Короче, вот. Дальше мы ложим глазки вот так вот. И у вас должно вот так вот получиться. Скотчем скрепляем. То же самое делаем с губами. Так. Короче, как-то так. Но мне больше нравятся его старые глазки. Поэтому давайте сейчас все сделаем, ну, по-другому. Так, как это сделать? Оп. Сейчас. Оп. Вот, это его старые глазки. Вот. Новые. Все-таки мне нравится вот так. Дальше мы сделаем ему ручки, а ноги... Ноги... Что ноги? Ноги, наверное... Короче, ноги это вот это. Ручки давайте сделаем зеленого цвета. Вот так, блин. Короче, как-то так. Вот. Короче, вот так вот. Такая вот рука, ну... Вторая рука получится коричневой. Короче, вот такой вот у меня парень получился. С ручками. С губами, с глазами. Ну, парень в 9 лет тоже пойдет. Ну все. Вы были на канале Полиндер Болиндер. Всем пока-пока. Кстати, меня зовут Артур. Пока.